Всем привет, ребят! Многие мне пишут, как же фраговать Ксению, как ее прикреплять, приклеивать, привязывать или что с ней сделать. Сейчас покажу, как делаю я. Видите, Ксения полезла в середину. Сейчас я буду ее убирать. Вот она, получается, слева сидела. Перешла. Вот здесь она была. Эта колония, потом она легла вот сюда на камень, сюда переходит, вот видите, она вот так оттягивается, потом вот это у нее обрывается, вот так раз, все, видите, она дальше пошла сейчас. Так, буду ее убирать отсюда, здесь она уже вот прикрепилась, вот видите, сверху вот здесь за камень. Все, отлепил я ее. Сильно она еще не прихватилась. И вот в таких случаях просто я ее убираю. Пересажу ее на какой-нибудь фражик, на плашечку или на камень. И в другой аквариум пересажу. Здесь Ксении достаточно. Растет она быстро. Как видите, она чувствует себя очень хорошо, пульсирует. Поэтому эту я отсюда убираю. Итак, как же легко и просто прирастить Ксению к чему-либо, да? В моем случае я взял вот такую тару, накрошил в нее ракушку и просто все сюда вывалил. Можно брать какие-то стаканчики стеклянные, если у вас течение сильное, то поглубже стакана. Здесь течение у меня слабое, поэтому такую тару невысокую я взял. Далее нужно всю Ксению распределить в разные стороны, ее раскидать для того, чтобы она приросла каждая на отдельный осколочек. Можете делать бойжика, в принципе, неважно что, лишь бы что-нибудь такое каменистое. Ну, ракушка или живой камень можно накрошить, без разницы. Она прирастет к чему угодно. Итак, прошло 2 недели, Ксения вся приросла к ракушке. И теперь очень удобно ее доставать, можно и приклеивать куда угодно. Если вам это видео было полезным, не забывайте ставить лайки, не скупитесь, для меня это очень важно. Спасибо всем за внимание, всем пока.